Всем привет! Это мой новый заказик с сайта iHerb. Здесь есть и повторные покупки, есть и новинки. Он очень маленький, всего 3 позиции, но я попытаюсь рассказать вам подробно, почему я повторно купила или почему я заменила что-то на другую марку. Ну и начнем с витаминов. OptiWoman 120 капсул. Мы такие витамины покупаем для дочери. Здесь дозировка, насколько я помню, нужно 2 капсулы пить в день, если вы занимаетесь спортом. Ну, а если возраст, ну, будем говорить подростковый, да, не взрослый, то дочь у меня пьет по одной капсуле. Здесь 120 капсул, и, по-моему, около 1000 рублей, что ли, стоили эти витамины. То есть их хватит на 120 дней, это 4 месяца. Очень выгодно и точно дешевле, чем я покупала в Челябинске. Мне кажется, я за эту цену покупала 60 таблеток, а здесь 120, ну, может быть, 90. Вот я сейчас точно не скажу, потому что не помню. Но именно эти витамины нам порекомендовал тренер, и я их и заказала. Следующая повторная покупка – это я заказала витамины своему сыну. Я уже такую баночку покупала. Вот показываю, это то, что мы допиваем сейчас, доедаем. А это новинка, ну, новая банка, такая же точно. Здесь 180 конфеток, причем это не жевательный мармелад, это именно конфетки. Я вам сейчас покажу, сыну очень понравились, здесь их 180 штук. Моему сыну будет 8 лет, и в этом возрасте нужно съедать по 2 штучки. А для возраста 2-4 года по одной витаминке, ну а с 4 лет уже по 2 витаминки нужно в день. Здесь 3 разных животных, вообще называются они динозавры, и 3 разных вкуса. Значит, ягодный, виноградный и апельсиновый. Сейчас покажу, как выглядят эти витаминки. Апельсиновый вкус выглядит вот такими желтенькими динозавриками. И это, знаете, похоже на, по консистенции, ну просто на аскорбинку, например, да? То есть это такие витаминки, которые ломаются. Нет, не ломаются. В общем, ребенок их прям грызет. Они очень вкусные. Сын говорит, что они очень вкусные. Ну, а какие из этих, скорее всего, вот это виноградные, они более такие фиолетовые. Здесь тоже какой-то динозаврик с крыльями, я даже не знаю, как вам показать. И еще один динозаврик, скорее всего, это ягодный. Ну, я просто по цвету сейчас отличаю. Пахнут они витаминами, причем, ну, витаминами и ароматизаторами. У меня сын очень любит, я ему каждый раз даю по 2 штучки разного цвета. Ну и мы их заказали больше, чем... Знаете, мы их получили их в мае, май, июнь, июль, август, сентябрь, и мы до сих пор не доели эту банку, потому что забываем, нерегулярно все это пьем. Конечно, нужно все просто взять себе в руки, дисциплинироваться, но вот теперь постараемся. Я заказала, когда боялась, что их уже здесь не останется, оказывается, он забывал их пить. Ну и здесь есть также от детей, защита от детей, если не нажмешь банку, не раскрутить, она просто вот трещит, покручивается, но открыть ее нельзя. Это, конечно, очень важно, защита от детей. На витаминах, по-моему, вот на этих то же самое. И витамины запечатаны здесь пленкой. Эти детские витамины точно так же запечатаны термопленкой. Ну и последнее, что у меня в заказе, это омега-3. В предыдущем моем заказе я вам показывала вот такую омегу-3, огромную банку, но... Здесь 500 капсул, но с низкой дозировкой именно самих кислот. 180 и 120, в сумме получалось 300, то есть нужно было пить, ну, как минимум по 2 капсулы. И когда открываешь отсюда, ну, прям такой запах, я бы сказала, знаете, вяленой рыбы. Я их спокойно принимаю, мы с дочерью поделили, я их пью, опять тоже забросила, забыла. А дочь мне начала жаловаться, что у нее есть отрыжка рыбой, и она не может их принимать, ей противно. Поэтому я, кстати, давно хотела заказать именно вот эту вот омегу от компании California Gold Nutrition. Я про нее очень много прочитала, но на момент, когда я делала заказ первый раз, когда я заказывала омегу, в наличии ее не было. Была вот эта, и, конечно, я сделала выбор в пользу вот этой омеги. А вот это осталось, она, понимаете, я с утра сделала заказ, оплатила, а вечером она появилась на складе. В общем, вот такая была неудача. В другие разы, когда я делала заказы, у меня еще была
омега-3 от Now, поэтому я ее не заказывала. Но в этот раз я зашла на сайт, мне нужны были витамины детям, и я увидела, что омега-800 есть в наличии. Конечно же, я заказала. Здесь 90 капсул, и в сумме здесь в одной капсуле кислот содержится 840, то есть здесь 300 на одну капсулу, а здесь 840. То есть, чтобы одну такую капсулу восполнить вот этими, нужно 3 таких капсулы и одну такую. Но давайте сравним сейчас. Я специально вскрыла для вас баночку, чтобы сравнить ощущения именно вот, ну, по запаху, там, какие капсулы. Я все это вскрыла сейчас только что. Она тоже была в такой защитной пленке, термопленке. Крышечка, ну, крышечка обычная, здесь уже нет никакой защиты, просто один круг резьбы, все. Дальше вот такая вот защитная штука приклеена. Ну и когда я открыла банку, я даже немножко принюхивалась, потому что вот у этой омеги такого запаха рыбьего жира точно нет, рыбой не пахнет. Ну, практически пахнет, но не так сильно. Ну и сравним капсулы. Вообще они выглядят как близнецы-братья. Вот это капсула Меги 3 Now, а вот это капсула California Gold Nutrition. Немножко посветлее эта капсула, а на самом деле, посмотрите, если, конечно же, глотать, то вот эта капсула одна всего лишь, а таких нужно проглотить 3. Я не знаю, будет ли у дочери проблема с вот этой рыбной отрыжкой, с этой омегой. Я, конечно, с вами поделюсь попозже. Когда она начнет их принимать, когда она закончит вот эту, у нее там совсем чуть-чуть осталось, возможно, она отдаст мне, скажет: на, мама, забери и пей сама. Ну, правда, у меня никакой нет отрыжки, у меня все нормально переношу, хотя мы пьем с ней, нет, она пьет побольше, она утром, вечером пьет по 2 капсулы, а я в день 2 капсулы, потому что я спортом не занимаюсь, у меня немножко другие потребности у организма. Поэтому я пью меньше. Но посмотрим, что будет с этими. И про них, мне кажется, это вот в топе номер один. Я точно не помню, но точно это омега в топе. Плюс ко всему здесь 90 капсул. Она, по-моему, по цене чуть ли не такая же, как вот эта банка. Может быть, чуть-чуть подешевле, рублей на 200. Но вот смотрите по выгодам, как тут выгодно, посчитайте в пересчете на одну дозировку. И потом разделите на количество капсул в банке. Тогда вы поймете, что вам выгоднее. Я не могу сказать, что вот эта омега плохая, да, из-за того, что у дочери есть, ну, такие не очень приятные побочные эффекты. У меня, например, таких эффектов нет. И я не могу сказать, что я недовольна, например, этой омегой. Но я пока и не ощущаю каких-то определенных изменений, да, что вот я начала ее пить, и вдруг у меня там что-то стало лучше, я пока не отметила. Ну и, конечно, надо все-таки регулярно это делать. И я сейчас допью эту банку и уже буду смотреть по своему состоянию. Помогло, не помогло, ну, честно говоря, даже не знаю, на что ориентироваться, потому что вроде как у людей волосы становятся более густыми, состояние кожи улучшается и вообще много чего. Но я пока такого отметить не могу, но будем ждать, буду я дисциплинировать себя, принимать регулярно и затем уже делать выводы. Ну а для вас я оставляю свой промокод, который даст вам скидку 10% на ваш заказ. Пользуйтесь, пожалуйста, экономьте. И очень много акций, кстати, я заметила. Я получаю какую-то рассылку от них. То на косметические средства, то еще на что-то, постоянно скидки. И сейчас стало проще заказывать из-за того, что минимальная сумма для бесплатной доставки в долларах, не знаю, наверное, 40 долларов теперь. Нужно сделать заказ на 40 долларов, чтобы доставка была бесплатной. Это около 2500, и сейчас гораздо легче набрать заказ на бесплатную доставку, чем было раньше. Раньше я около 4000 должна была товаром набрать, чтобы у меня заказ пришел бесплатно. Ну и пришел он очень быстро. Последняя дата, когда он должен был прийти, стояла 28 число, и а 1 17, а пришел еще раньше. Я получила, наверное, 15 или 16 числа, я уже получила в руки заказ. Это было очень быстро, очень круто.
Ну и, конечно, сервис, все отслеживается, все замечательно. Ну, на этом все, девчонки, пользуйтесь моим промокодом. Желаю вам приятных покупок. До новых встреч, увидимся на моем канале. Пока!